Гандахар. Автор экранизации Рене Лалу. По роману Жан-Пьера Андревона «Люди машины против Гандахара». Автор диалогов Рафаэль Клюзель. Художник Филипп Коза. Композитор Габриэль Ярет. Автор марша «Людей машин» Кристиан Занази. Совместное производство «Кол и Масон». Фильм «А2». Режиссер Рене Лалу. Еще одна зеркальная птица больше не будет охранять покой Жаспера. Убита на лету, как и все остальные. Кто посмел? Зачем? Чтобы мы не смогли видеть то, что нам угрожает. Ведь все происходящее на наших границах мы можем видеть только глазами твоих зеркальных птиц. Нашим телеэкранам не хватает мощности. Я поднимал этот вопрос в свое время, но... Кого на Жаспере это волнует? Все это из-за гордыни нашей цивилизации. Мы предпочли птиц машинам. И естественный порядок техническим решением, конечно. Но мы рискуем дорого за это заплатить. И, быть может, очень скоро. Совет принял срочные меры. Мы поручаем эту миссию одному из лучших рыцарей. Кому? Сильвену. Силу? Но он еще слишком неопытный. Я сам его обучал. Я за него отвечаю. Он очень способный и надежный. Как и все наши рыцари, для этой миссии нужен более опытный кандидат. Совет выбрал Сильвена единогласно. К тому же он уже здесь. Рыцарь Сильвен. Сил, как тебя называют твои друзья. Совет женщин доверил тебе ответственное, трудное и опасное задание. Я готов отдать жизнь. Тебя не просят умирать. Ты должен вернуться и проинформировать нас. Неизвестный враг угрожает Гандахару. Ты должен выяснить, где этот враг и кто этот враг. Узнать, что он против нас замышляет. Оценить его силу, определить его оружие и средства, разгадать его секреты и обнаружить его слабые места. Будем надеяться, что они есть. Я выдвинул твою кандидатуру, скрипя сердце. Это слишком опасно. Но мы вынуждены послать туда лучшего рыцаря. А куда именно? Это обширный объект. Эксцентрический океан. Там убито большее число зеркальных птиц. Именно там одна из них увидела, скажем так, захватчика. И успела передать изображение. А обратно? Помедленнее. Я тоже пытался определить стрелка, но этот металлический отблеск... Мы безрассудно полагали, что сладкая жизнь, существующая лишь на Гандахаре, будет длиться вечно. Так же, как и мир, такой долгий, что мы разучились воевать.
Несомненно, он был будет гандахарец. Это невозможно. Я не видел ни одного, который бы... Это гандахарец, говорю тебе. Гандахарец, но до того, как. Невероятно. Он был, будет жив, но очень слаб. Было будет очень неосмотрительно так далеко улетать от Джаспера. Неосмотрительно? Нет, смело. Возможно, ему это поручили. В Джаспере знали о смертельной опасности. Кто ты был? Я есть. Я сын Гандахара. Рыцарь. Рыцарь, попавший в руки врага. Врага. Откуда ты летел? Из Джаспера. Они в Джаспере были, будут слишком самонадеянными. Они уже были самонадеянными, когда нас... Тихо. Ты считаешь наш народ врагом? Да. Готовым на вас напасть? Да. Способным вас победить? Нет. Ты не догадываешься, как называется наш народ? С этими телами, головами, частями тела, сделанными кое-как и собранными кое-как. Вы трансформеры. Это вы называете нас трансформерами. Не трансформеры, а уроды. Чудовищные ошибки. Игры случая. Неудавшиеся мутанты. Гандахарцы. Да, гандахарцы. Потомки таких же гандахарцев, как и ты. Мы жертвы ваших генетических игр и ваших исследований в области мутаций. Невозможно поверить. Мы гандахарцы, ставшие позором Гандахара, которых прячут под землей, как и прочие результаты неудачных экспериментов. Во время рыцарских испытаний я изучал вашу историю, но я не представлял себе... Конечно! Никто не представляет себе. Простите меня, что я на секунду поверил, что мы враг, которого ты ищешь. Я тебя понимаю и прощаю. А настоящий враг... Мы никогда его не видели, никогда. Но мы слышим его через отверстие этих галерей. Уши земли. Шаяль, я был буду слушаться. Проводи рыцаря Сила на ту сторону джунглей до шума. Я был буду слушаться. Почему вы говорите «был буду» вместо «есть»?
Трансформеров страшит настоящее. Сам видишь, почему. Возможно, это и атавизм. Мы постоянно деградируем. В эпоху первых генетических сбоев трансформеры обладали даром ясновидения. К несчастью, мы его утратили. У нас не осталось ничего, кроме двойного пророчества. Вдвойне туманного. Через 1000 лет Гандахар был разрушен, а его жители истреблены. 1000 лет назад Гандахар будет спасен и избегнет неизбежного. Через 1000 лет Гандахар был разрушен. 1000 лет назад Гандахар будет спасен. Будущее в прошлом. Прошлое в будущем. Что это значит? Мы понимаем не больше тебя. Но эти слова стали сутью нашего существования. А прошлое и будущее – манерой говорить и думать. Шайоль, но эти люди, эти мужчины, женщины, дети мертвы, окаменели, поражены молнией. Нет. Нет, только не в камень. Только не в камень. Не крадите мое тело. Это не в моих правилах. Я боролся. Амбисектора, я боролся. Но они в металле. В металле. Эрель. Такое же красивое имя, как и ты. А как тебя зовут? Сильвейн, но меня называют Силом. Я рыцарь. Амбисектры? Откуда ты знаешь? Я никогда не встречал тебя в Жаспере. Я живу в деревне, далеко от столицы. В деревне рыбаков. Я отведу тебя туда, если мы выйдем из этой тюрьмы. Я спокойно рыбачила с флейтой. С флейтой? Да, я тебя научу. Если у нас будет возможность. Они выстрелили. Я даже не успела испугаться. Мое тело стало твердым, бесчувственным. Я потеряла сознание, очнулась здесь. Незадолго до тебя. Музыка.
Но что происходит снаружи? Что еще нас ожидает? Какая вдруг наступила тишина? Сил! Сил, помоги! Помоги мне! Все вращается! Наша тюрьма вращается! Не пытайся сопротивляться! Прижмись к стене! Мой пистолет! У меня еще есть одно зерно в обойме. Сил, что ты задумал? Это сработает. Это должно сработать. Какое чудовище. Сорн? Это невозможно. Они считаются исчезнувшим видом. Не бойся, сорны не плотоядны. Но он нас проглотит. Терель, ты очень красивая. И ты очень красивый, герой. Как рождаются сорны? Из яиц. А что? Наш сорн – самка. Самка? Надо же. А как ты определяешь пол сорнов? Интуиция. Это самка и к тому же мать. Она приняла нашу тюрьму за яйцо, а нас – за своих детенышей. Этим можно объяснить? Это так и есть. Этим можно объяснить то, что она вступила в бой с металлическими людьми. Она пыталась защитить свое потомство. Мое зерно помогло нам вылупиться. Самка сорн приняла нас за свое потомство. Отсюда туалет, заботы. А как же корм в клюве? Мой бедный Сил. Из рыцаря ты превратился в цыпленка. Надо было, чтобы на мою деревню напали металлические люди, чтобы Жаспер послал тебя на задание, чтобы ты тоже попал в плен, чтобы мы очутились в одной тюрьме, чтобы самка сорн нас освободила, чтобы, наконец, я в тебя влюбилась. Я был маленьким, глупым, самоуверенным рыцарем, который принял доверенное ему задание за ознакомительную прогулку. Но я так много пережил за такое короткое время. Реаль, мне страшно. Да, страшно. В случае моего провала, Гандахар погибнет. Эти металлические люди чрезвычайно сильны, но явно глупы. Они не могут победить. А я не хочу тебя потерять. Меня не так легко потерять, сам увидишь. Нет, не увижу. Ты будешь ждать меня здесь. Ты должна, слышишь? Сил, спорить бесполезно. Я пойду с тобой. Ты будешь меня стеснять, я поеду один. Ни за что. Рыцарь, все, кроме Бога, должны иметь пару. Пустые. Необъяснимо пустые. Ни плоти, ни скелета. Ничего живого, ничего механического. Никаких винтиков, схем, ничего. И тем не менее, они могут ходить, сражаться, использовать оружие. Очевидно, дело в голове. Надо бы посмотреть.
Сил. Это настоящая армия. Я не думал, что они так сильны, так хорошо вооружены и так организованы, чтобы нас уничтожить. Шансы Кандахара чрезвычайно малы. У нас есть огромное преимущество. Они пустые. У них нет ни мозга, ни сердца. Подобное случилось и со мной. Одно из этих чудовищ взяло меня на руки и унесло. К счастью, самка Сорн их уничтожила. Какая странная дверь. Она не закрывается, не открывается. Однако, попав туда, яйца исчезают. Этому есть объяснение. Должно быть. И надо его найти. Это ужасно. В нее вошли люди, а вышли металлические чудовища. Эта дверь превращает гандахарцев в роботов. В роботов, убивающих гандахарцев. Металлические люди. Металлические люди. Мы успешно справились с нашей задачей. Не стоит сожалеть о наших потерях, о разрушенных металлических людях. Смерть имеет значение только для хрупких существ, жертв индивидуализма. Я не существует. Я не существует. Я — это вы. Вы — это мы. Мы — это он. Я — это вы. Вы — это мы. Мы — это он. Мы — это он. Он — великий генератор, властелин наших энергий и будущий властелин мира. Мы, наконец, покончим с этим греховным Гандахаром. Гандахар — цивилизация удовольствий. Гандахар, существующий за счет мотовства и распущенности. Великий генератор отбирает у тебя то, чего ты недостоин. Перед началом тотального захвата на концентрический океан отправится делегация, чтобы засвидетельствовать великому генератору наше полное повиновение и получить при общении с ним новую силу. Внимание, внимание! С наступлением ночи мы должны отключиться и погрузиться в сон до отъезда. И пусть свершится воля великого генератора. И пусть свершится воля великого генератора.
Великий генератор. Тотальный захват. Он бредит? К сожалению, нет. И ты сама это знаешь. Захват — это вероятно. Яйца, великий генератор, что-то вроде верховного жреца. Что же касается концентрического океана, он огромен. Надо отправиться в путь вместе с ними. Невероятно. Здесь все невероятно с самого начала. И все же снимать собственную голову. Им приказано отсоединиться, они повинуются. Ты сможешь доплыть до корабля? И даже приплыть первой? От тебя пахнет морем. И плаваешь ты, как русалка. Русалка? Русалка. Это персонаж земной мифологии. Неотразимое создание. Иррезистибль. Мы, существующие только по твоей воле и для твоей воли, мы начали исполнять твои приказы. С Гандахаром случится то, что ты пожелаешь. Наши атаки участились. Мы погрузили в небытие некоторое число гандахарцев, которых отдаем во власть тебе, как ты приказал. Цивилизация удовольствия вскоре исчезнет. А теперь, металлические люди, приготовьтесь приобщиться к субстанции самого великого генератора. Пусть свершится воля великого генератора. Великий генератор молчит? Боги редко отвечают. Вероятно, потому что их не существует. Эта штука нас унесет. Она нас проглотит. Сильвен!
Тело нас содержащее не знает о наших телах. И тот, кто в нас живет, тоже населен. И тела эти одно в другом. Тело вечности. Что это такое? Земное стихотворение, которое мне очень понравилось. Здравствуй, Сильвен. Кто или что меня приветствует? Ты сам знаешь. Это ты, вождь? Бог металлических тел, которые тебе поклоняются. Не вождь и не бог. Но это правда, что они мне поклоняются и считают меня богом, тогда как я всего лишь убийца. Если бы я был тем, кем ты говоришь, разве я оставил бы тебя в живых? Подумай, я знаю, кто ты, откуда ты пришел, зачем ты пришел. И я позволил тебе дойти до меня и даже терплю твои оскорбления. Странно, да? Так ты вождь металлических людей или нет? Они так считают. Убивая, они подчиняются твоим приказам или нет? Им кажется, что они их слышат, а мне иногда кажется, что я их отдаю. А это истребительная война. Ты за или против? Поражение металлических людей мне было бы физически неприятно. Однако я не стремлюсь к уничтожению Гандахара. Вероятно, сентиментальный рефлекс. Это замечательно. Да, сын Джаспера, мы с тобой родственники. Я метаморф. Кто ты? Эрель. Такое же красивое имя, как и ты. А ты? Как тебя зовут? Как тебя зовут? От тебя пахнет морем. Ты плаваешь, как русалка. Русалка? Неотразимое создание. Нет. Сил. Не трогай, Рель. Я только всколыхнул ее мечты. Кажется, она тобой дорожит. А этого, очевидно, мозгу не понять. Потому что ты всего лишь мозг. Ты всего лишь мозг? Это так? Мне жаль, что я существую. Поскольку ты выходец с Гандахара, помоги нам бороться с теми, кто хочет его гибель. В одиночку нам не справиться с металлическими людьми, но если их сила происходит от тебя, тебе будет легко. 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 Ты увлекаешься. Ты увлекаешься. Мне надо подумать. Найти связь между ними и мной. Связь, которая делает их поражение физически неприятным? Я сказал, что я подумаю. Он ничего не обещал. Сказал, я подумаю, и все. Но это же замечательно. Замечательно, что он нас не убил. Что он отпустил нас в Жаспер и дал нам летающее вещество.
Летающее вещество уменьшается. И становится все менее летающим. Смотри, отовсюду стекаются испуганные гандахарцы. Надеются найти убежище в Жаспере. Сил, зеркальная птица. Она доложит о нашем прибытии. На этот раз ему конец. Прощай, аморфный метаморф. Ну что? Это удивит тебя лишь наполовину. Это вещество и, скажем так, мозг металлического человека одной природы. Единственное отличие в возрасте клеток. Огромное, необъяснимое отличие. Непонятное. А метаморф делал вид, что ничего не знает. Я должен найти связь. Ну ладно, метаморф, я тебе объясню эту связь. Эти убийцы, эти металлические уроды родились от тебя. Их ничто не остановит, невероятно. Даже мертвые они идут вперед.
Срочное сообщение, срочное сообщение. Амбисектру и Совет женщин просят срочно зайти в центральную лабораторию. Срочное сообщение, срочное сообщение. Амбисектру и Совет женщин. Ну что, Бламинор, хорошие новости? Дело проясняется. Присаживайтесь. Джаспер, отдел исследований, изучение биотипа, название – метаморф. Исследуемый мозг демонстрирует необычайный рост. За несколько дней его объем почти удвоился. Однако по своим возможностям он сильно уступает настоящему мозгу. Размеры метаморфа вынудили нас перейти из лаборатории на экспериментальную платформу, установленную в эксцентрическом океане. Внешний вид метаморфа сильно изменился. Но самое удивительное то, что он сам создает собственные чувства. Зрение, осязание и другие, о которых нам, похоже, ничего не известно. Это чудовищно. В целях безопасности мы должны прекратить изучение метаморфа. Но способны ли мы его уничтожить? Вот в чем вопрос. Продолжение ясно. Метаморф сам уничтожил своих создателей. Джаспер отказался от подобных исследований, и чудовище было забыто в эксцентрическом океане. Забыто. А его клетки продолжали размножаться. И они являются мозгом металлических людей. Значит, Гандахар создал себе врагов, сам того не ведая? Ночью они отключаются. Это лишь передышка. Надо, чтобы Сильвен уничтожил метаморфа. Симона, метаморф позволил мне вернуться в Джаспер. Это доказывает то, что он не знает о своей связи с металлическими людьми и не хочет нас уничтожить. Я с ним поговорю. Я сумею его убедить. А если он тебя не послушает? Тогда я убью его. Каким образом? Я разработал неотразимое оружие. Ну, я так думаю. Одного укола должно хватить. Я ждал тебя, чудовище. Лгун! Ты прекрасно знал, что металлические люди... Я знаю. Я знаю то, что знаешь ты. Металлические люди мои исполнители. Но я знаю то, чего ты не знаешь. Они приходят из будущего. Но я видел их в деле. Они истребляют живых людей. Они помещают их в яйца, где они претерпевают какую-то страшную мутацию. Ты хочешь в этом разобраться? Хочешь спасти Джаспер? Ты хочешь меня убить? Оставь свой дурацкий шприц и слушай. Я повторяю, это вторжение идет из будущего. Это абсурд. Это невозможно. Что тебе известно о времени?
о его протяженности, о его дырах, о его ложных перспективах, о его мнимых парадоксах, о его сочетании с пространством. По-твоему, Жаспер — жертва вторжения, которое не совершилось? Это же полная чушь! Здесь иная логика. Вторжение действительно совершилось, однако оно идет из будущего. Каким образом? Просто через дверь. Через дверь? Через временную дверь. Ты ее видел, но ничего не понял. Эта временная дверь работает в двух направлениях, как и все двери. Значит, пленники яиц отправляются в будущее. Зачем, метаморф? На данный момент я этого не знаю. Докажи мне, что ты не лжешь. У тебя уже есть доказательства, ты жив. Я бы мог тебя уничтожить еще до твоего прибытия. Но я стремился к этой встрече не меньше тебя. Это новая ловушка? Сил, единственная ловушка — это наше будущее. А я не могу этого допустить. Мне невыносима мысль, что однажды я стану безумным тираном, предводителем армии убийц. Сил, я хочу, чтобы ты уничтожил меня через 1000 лет. Почему не сейчас? Сейчас? Я этого не хочу, а ты не можешь. Я неуязвим, пока еще. Встретимся через 1000 лет. Это невозможно. Я уже умру. В течение этой 1000 лет ты будешь ни живым, ни мертвым, а спящим на дне океана. В назначенный день, в назначенный час ты проснешься таким же, как сегодня. Молодым, сильным, решительным. И попытаешься уничтожить старого метаморфа. И одновременно всех металлических людей, если тебе это удастся, Жаспер будет спасен. И я стану пленником будущего. Изданным из своего времени. Разлученным с теми, кого люблю. Это профессиональный риск, рыцарь. Но, возможно, у тебя есть шанс вернуться в настоящее. Временная дверь. Временная дверь. По-прежнему нет вести от Сильвена? Мы потеряли с ним контакт. Совет считает миссию рыцаря завершенной. На каком основании? Мы не можем позволить себе роскошь ждать и даже надеяться. Подождите. Подождите еще немного. Кто вам сказал, что Сил потерпел поражение? В случае его успеха металлические люди прекратили бы бойню. Все не может быть так просто. Сил. Поторопись. Поторопись, милый. Трансформеры были, будут покорно ждать, пока их не уничтожат металлические люди. Мы были и будем способны сражаться и победить. Победить? Победить в чем? Для нас это была, будет война внутри тел. Без конца. В которой невозможно победить. Значит, это была, будет смерть без борьбы? Нет, Шайоль. Нет. Это борьба.
У нас получилось. Но это ненадолго. Жаль. Жаль, что наши способности ограничены. Эти способности могли бы помочь Жасперу. Жаспер нам не помог. Жаспер. Никогда трансформеру не было, не будет позволено там проживать. Никогда. Так было всегда. В случае смертельной опасности все быстро меняется. Гандахар вспомнит, что трансформеры тоже гандахарцы. Зеркальные птицы, птицы-наблюдатели, птицы-часовые. Мои птицы-хранители, спасите нас от гибели. Оторвите Жаспер от земли. Прощай, Гандахар, на тебе так приятно было жить. Thank you.
Через тысячу лет Гандахар был разрушен, а его жители уничтожены. Тысячу лет назад Гандахар будет спасен и избегнет неизбежного. Через тысячу лет Гандахар был разрушен, а его жители уничтожены. Тысячу лет назад Гандахар будет спасен и избегнет неизбежного. А вот и я, метаморф. Прошла тысяча лет. Я проснулся в назначенный день, в назначенный час, как ты хотел. И я пришел совершить то, что ты хотел. Кто тебя послал? Ты был, будешь гандахарец? Я был, буду. А вы были, будете друзья? Сил, рыцарь, я тебя знаю. Я тоже тебя знаю. Я видел тебя рядом с твоим вождем в первый приезд. Чуть ли не тысячу лет назад. Тысяча лет. Тысяча лет, один день. Это одно и то же, если ты прошел через временную дверь. Луч, все превращающий в камень. Яйца тюрьмы, скачок в будущее. Люди и трансформеры вместе. Но по прибытии сортировка. Нормальные в одну сторону, уроды в другую. Уродам на этот раз повезло. Мы были, будем непригодными, невосстановимыми. Нас отбросили, как и в Жаспере. Сослали под землю, как и в Жаспере. А остальных? Гандахарцев с красивыми лицами и совершенными телами? Да, таких же, как я. Они сожалели, что не родились уродами. Их систематически уничтожают? Еще хуже. Не пытайся узнать. Но я должен знать. Я должен это понять, чтобы прекратить этот ужас. Рыцарь, никто не сомневается в твоем мужестве и твоей доблести. Но как разрушить подобную мощь? Где мы? В городе металлических людей. Ты не узнаешь? Вокруг метаморфа был только эксцентрический океан. Металл покрыл все, кроме временной двери. Я так и думал.
Все новые и новые пленники. Машина убирает из них все содержимое. Мне надо посмотреть, что с ними делают. Невозможно представить себе подобный ужас. И подобную нелепость. Столь сложную систему уничтожения. Наоборот, в этом есть страшная логика. Прошла тысячи лет. Метаморф очень стар. Его клетки больше не обновляются. Для выживания им нужны свежие клетки. А луч, все превращающий в камень, яйца, временная дверь нужны для того, чтобы драгоценные субстанции пребывали невредимыми. Невредимыми до тех пор. Вторжение металлических людей, разрушение планеты. Все это идет от метаморфа. А если то, что ты называешь метаморфом, со временем тоже стало металлом, как и все, что нас окружает? А если этот металл вовсе не металл? Наши скудные возможности помогут это узнать. Мертвые клетки, спрессованные, окаменевшие. Дегенеративные клетки метаморфа, которые в силу не знаю какого отклонения... Мы знаем и другие. Металлизируются по мере старения. Метаморф страшится этой последней стадии. Он хочет, чтобы я убил его прежде. Он хотел. А не отречется ли он сегодня от этого договора? В возрасте тысячи лет я рискну. К тому же у меня нет выбора. Но у тебя были, будут союзники. Когда ты на него нападешь, мы начнем действовать. Первоочередная задача – резервуары, питающие метаморфа. Отрезанный от них, он быстро утратит свою силу. Надо также освободить его пленников. Надо начать сначала. Нейтрализовать металлических людей.
А теперь оставь меня. У меня личная встреча. Я пойду с тобой. Нет, я же сказал лично. Это начало конца, метаморф. Не радуйся раньше времени, рыцарь. Эти клетки будут отпадать, как чешуйки, чтобы распространяться, покрывая все вокруг. А свежие клетки будут постепенно их заменять. И так до бесконечности. И придется бесконечно тебя убивать. Отделять твою субстанцию от субстанции твоих жертв. Очень практичная система. Ты же говорил, я хочу, чтобы ты уничтожил меня через 1000 лет. Никогда я не говорил подобной чепухи. У тебя что, память от старости отшибла? Я не постарел и никогда не постарею. А ты пришел меня убить? Да, я пришел тебя убить по просьбе метаморфа, находящегося в здравом уме. Похоже, ученые Жаспера вложили все свои знания в этот маленький шприц. Совершенное оружие. Тебе надо бы испробовать его, например, на себе. Они взорвали акведук. Левое полушарие изолировано. Поднять по тревоге все посты. Сдалась кора головного мозга. Серьезно повреждена двойная защитная цепь около мозжечка. Вызываю сенситивное реле. Я вызываю... Какой вдруг наступил покой. Наконец-то тишина. Настоящая тишина. Почему сегодня солнце черное? И вихрем кружатся снежные пятна. Они покрывают все вокруг. Я не чувствую боли, усталости. Как забыться сном? Как без этого тяжелого сновидения, которое терзает меня? Приказ всем металлическим людям разрушить временную дверь. Кто открыл сейфы памяти? Все брошено в беспорядке. Зачем я появился на свет? Так плохо. Так плохо.
Плохо. Слишком поздно, рыцарь. В настоящий момент. Нет, нет, нет. Только не один. Ледяной океан. Я тоже из Гандахара. Подождите меня. Подождите меня. Зачем было убивать метаморфа? Гандахар разрушен. Джаспер обезглавлен. А его обитатели, превращенные в камень, затерялись где-то в будущем. Их можно найти. Когда? Через 1000 лет? Зеркальная птица. Джаспер спасен. На русский язык фильм озвучен на студии Sonatech по заказу DVD-Expo в 2006 году.